преддверии Нового года партийцы при поддержке предпринимателей проведут ряд акций. Единороссы местных штабов украсят помещения инфекционных отделений, приемных покоев больниц и ковидных колл-центров, постараются исполнить новогодние желания детей, вручат подарки. Уже подготовлено 11 тысяч подарочных наборов для врачей, работающих в красной зоне. Кроме того, тысячи детей из многодетных и малоимущих подмосковных семей получат подарки и сладости.